Теперь я знаю, что я в разногласиях с большинством моих коллег на этом телеканале и с нашими гостями в сети по следующему пункту. Но я действительно чувствую, что больше не могу молчать. Понимаете, я думаю, что президент Украины... а не во всем такой, каким его изображают западные СМИ. И я имею в виду, что если вы верите, что второе пришествие Уинстона Черчилля, и его будут помнить как великого героя, спасающего свой народ от злых русских, я первый признаю, что и Путин тоже нехороший парень, но Запад умалчивает в ужасных вещах, которые произошли с преимущественно этническими русскими, в некоторых частях Украины, подконтрольных Зеленскому. Эти люди составляют самую большую русскую общину за пределами России. Они составляют около 17% от населения Украины. Они проживают преимущественно в русских регионах и фактически ведут гражданскую войну с украинским правительством с 2015 года. Это было сразу после того, как им пообещали проголосовать за независимость в 2014 году. Этого голосования так и не было. Зеленский пообещал прекратить гражданскую войну, но он явно этого не сделал. Вместо этого он способствовал подстрекательству русских, поддерживая правый сектор, лидер которого публично заявил, что скармливал кости русских детей своему домашнему волку. Видимо, это была шутка, но русские ее, должно быть, не поняли. Особенно те, кто чувствовал, что с ними плохо обращались украинские войска. Вот как журнал Time описал одно из подразделений неонацистского движения Азов только в прошлом году. Комментатор Глен Гринвальд красиво резюмирует все в этом твите. Слабо верится, что деятельность украинских неонацистов стала причиной войны. Но это безумно опасно. Недооценивать последствия того, что им раздают оружие, как это делает Запад. По словам президента Зеленского, они такие, какие они есть. Поясните для нас кое-что, эти сообщения о батальоне Азов, который, как утверждается, является организацией, связанной с нацистами, действующей как ополчение в вашей стране, который, как говорят, совершает их собственные преступления, что американцы должны знать об этом подразделении, об этих отчетах. Ну, Азов один из тех многих батальонов. Они такие, какие они есть. Они такие, какие они есть. Я также хочу отметить, что Зеленский стремился вступить в НАТО, вопреки другому украинскому соглашению, которое было установлено для сохранения нейтралитета между Россией и Европой. И даже когда российские войска концентрировались вдоль границы, глупый вице-президент США Камала Харрис публично поддержал заявку Зеленского на вступление в НАТО. Поэтому я скажу то, что я уверена, мы все говорим, и я буду тебе повторять снова и снова. Соединенные Штаты твердо поддерживают украинский народ в вопросе его обороны силами альянса НАТО. Вы не считаете, что это было провокацией России? А я считаю. В любом случае, как большинство маркетологов, Зеленский знает, что имидж – это все. Поэтому, выступая на публике в этой своей армейской зеленой футболке, вы понимаете, это показывает его как человека действия, что он на линии фронта. И этот миф был развенчан в начале кампании, когда его постановочные трюки с выступлениями на передовой были полностью разоблачены. С тех пор это была футболка неуважения, которую он выставлял на показ. В каждом парламенте по всему миру, просто выпрашивая больше денег на оружие. Как одна из самых коррумпированных стран в Европе. И он даже надел ее на фотосессию для журнала Vogue на этой неделе. Это был такой же блеф, как и все остальное, насколько я понимаю. И это все та же пропаганда, которую мы видели на этой войне, исходящая из офиса президента.